Выставка сельскохозяйственной продукции на любой вкус, праздничный концерт, ярмарка работ местных мастеров и умельцев – это далеко не все, что было подготовлено для празднования 82-й годовщины со дня основания Тельмановского района. Горячо любимый праздник ежегодно проходит пышно, а традиции не отошли и в этом году. В парке у стадиона «Гранит» на торжественное мероприятие собралось более 500 человек, среди которых были и местные жители, и гости поселка. А что готовит? Гулеш готовит. Гулеш, гулеш. Казачий гулеш. Среди почетных гостей праздника в этом году присутствовали заместитель председателя Совета министров ДНР Дмитрий Трапезников, исполняющий обязанности главы Тельмановского района Александр Сурсяков, а также представитель администрации Старобешевского района республики. Для меня Тельмановский район имеет особое значение, потому что, когда начиналось образование Донецкой народной республики, я именно находился здесь. Мы формировали здесь исполнительную власть, мы пережили все тяготы со стороны обстрелов карателей украинских, когда это все происходило. Восстанавливали инфраструктуру именно здесь. Хочу сказать, что сегодня очень важный праздник, не только потому, что это день района, а потому, что это день всех жителей, которые вот выходят, могут пообщаться в свободное от работы время, поделиться впечатлениями, потому что война рано или поздно закончится, и мы строим мирную жизнь. Стремление к мирной жизни здесь было видно в каждом уголке праздника. По словам руководителя районной администрации Александра Сурсякова, ситуация хоть и значительно улучшилась, но спокойно ее назвать сложно. На данный момент ситуация, естественно, получше, чем в 2014-2015 году, но разрывы звучат. Разрушаются еще дома, в основном это Луковская, Староласпинская и Мичуринская администрация. Недавно вывели из строя КТП, но благодаря нашим коммунальщикам все это быстро в течение суток мы восстановили. Люди привыкли уже, не унывают. У нас очень хорошие люди в районе на самом деле. Вы же видите, мы можем работать, мы можем праздновать. В текущем году администрацией Тельмановского района был учрежден конкурс «Человек года 2017». В ходе торжественной части мероприятия самых выдающихся и трудолюбивых тельмановцев, работающих в самых разных сферах деятельности, наградили символическими призами и грамотами. Примечательно, что одной из жительниц было присвоено звание «Почетный гражданин Тельмановского района». Свои впечатления 79-летняя Любовь Ивахненко описала так. Я, наконец, горжусь этой наградой, потому что я здесь 60 лет. Я всех людей знаю, и их детей, я всех их обследовал. Поэтому эту награду, я считаю, я заслуженно получила. Под греческие мотивы концертной программы все гости мероприятия отдыхали и поздравляли друг друга. Повсеместно разносились вкуснейшие ароматы чебуреков и других блюд. Также неотъемлемой частью праздника стала ярмарка декоративно-прикладного искусства. С праздником! Во-первых, и приходите за нашим товаром. Как давно вы занимаетесь? Как давно? Как на пенсию пошел 20 лет назад, так и занимаюсь. Успешно? Ну, иногда так. Удержаться было невозможно, так что на память о замечательном празднике прикупили себе подарков. Анна Триксель, Дмитрий Подорожник, Новороссия ТВ.